Новоуральские дошколята активно и массово занимаются футболом. В городе стартовал чемпионат 5+, по этому виду спорта в рамках всероссийского проекта «Школа Росатома». Каждая МАДОУ практически во всех муниципальных дошкольных учреждениях проводит свои отборочные этапы. Накал страстей и крики «гол» были слышны и в детском саду номер 47. Под аплодисменты взрослых и восторженные крики детей футболисты демонстрируют мастерство ведения мяча. Дети с азартом следят за каждым отработанным движением мастеров спорта, которые открывали игры по футболу в МАДОУ «Росток». Настроение у меня хорошее, настроен на победу. Я люблю играть в футбол. Мой папа занимается футболом. Я хочу пойти в секцию футбола. А чем тебя привлекает этот вид спорта? Что там можно отбирать мячик и забивать гол в ворота. Когда играешь в футбол, чувствуешь себя очень дружелюбным и веселым. В этом году будет проходить чемпионат мира по футболу. В какой стране? В России. Прежде чем принять участие в чемпионате 5+, дошколята, как настоящие спортсмены, ходили вечерами на тренировки. И даже не в садик, а в специализированную школу «Дюш-2» к настоящим тренерам. Вместе с преподавателями вел занятия и Алексей Сущенко. Кстати, он единственный мужчина-инструктор среди женщин в муниципальных дошкольных учреждениях. Хорошо, что школа «Росатома» решила провести такой турнир для наших молодых спортсменов, которые сейчас в позиции выбора, то есть они сейчас определяются, чем им заниматься, либо оставаться пловцами, либо играть в футбол. Все дошкольные учреждения МАДОУ «Росток» собрались в садике номер 47. Дошколята с нескрываемым азартом и интересом играют в футбол. Демонстрируют силу, ловкость, умение вести мяч и, конечно же, забивать голы. Главный судья соревнований Алексей Воронов. Ребята очень любят его тренировки в «Дюш-2», где он работает тренером-преподавателем. Алексей Викторович, делая скидку на возраст малышей, в доступной форме объясняет технику игры самого зрелищного вида спорта. В каждом детском саду идет знакомство с атрибутикой футбола, игры с мячом разнообразные и различные. Образовательные события организуются, когда дети строят стадионы. Это первый чемпионат школы «Росатома» по футболу среди дошколят. Алексей Воронов, как тренер, давно работает с детьми. Он высказал инициативу организаторам проекта и новоуральским общественникам проводить такие чемпионаты ежегодно. Ведь это то самое время, когда малыши определяют для себя любимое занятие, а зачастую и будущую профессию. Я думаю, это самое главное – заинтересовать детей вообще спортом, не обязательно футболом, вообще подвижным образом жизни, здоровым образом жизни. Я думаю, это здорово, если в Новороссийске будет продолжаться вот такие турниры для детей.